Добрый вечер, вот мы находимся на Русь. Яхта, прибывшая в город Таллин, в лётную гавань. Это команда Антарктида 2020. Вот, очень интересно здесь. Сейчас вот меня любезно пропустили на борт. Очень теплая встреча. И вот, да, тут вот капитан. Представьтесь, пожалуйста. Михаил Лепешкин, яхта «Русь». Яхта «Русь», да. Очень здорово. Вот вечером, они завтра уже отходят. 6 часов вечера, 29 августа 2019 года, извиняюсь. Вот, ну мы еще успеем немножко посмотреть. Пройдемте, капитан, уважаемый, да, что проходите, здесь у нас? Гости дорогие. Это кок у нас, да? Ну, сейчас выполняет обязанности кока, да. Отлично. Взял на себя почетную миссию накормить. Здорово. Здесь что-то какие-то карты у вас лоцманские, здесь все убрано, ну, сейчас. Готовимся немножко к завтрашнему. А какую теперь идете страну? Мы идем домой, в Россию, в Санкт-Петербург. Завтра идем на таможню, оформляем выход. Чекины эти все. Да, да, и все, и пошли. Здорово, да. И пошли домой. Вот здесь штурманский стол, здесь камбуз. Здесь у нас кают-компания. Да, здорово. Все деревянное, правильно, все я так понимаю? Вот как классика. Раз, дерево сделано практически все, кроме набора, естественно. Значит, набор, корпус диагональный набор, значит, клеенный. Тоже красно-дерево ламели. Очень прочное, мореходное. Вот. Ну, единственное, что требуем, конечно, сейчас ремонта палубы. И это вот та задача, которая перед нами стоит в ближайшем будущем. Ну, очень такая, как бы, вместительная лодка, я смотрю, что. Сейчас штатных мест здесь 9. Теоретически мы можем здесь разместить большее количество людей. Значит, ну, нужно тогда добавить здесь кое-каких закладных. А сейчас у вас переход Копенгаген было. Сколько здесь на борту? Ну, в среднем у нас где-то 5-8 человек. Ага, 5-8. Экипажи менялись, в разных портах приходили, уходили люди. Не все могут позволить себе длительные отпуска. Вот, так что, сколько себе не позволяли, да, столько они, значит, и уделяли время яхте. Так, и в целом получается, сейчас мы говорили про Антарктида 2020, вот сейчас конкретно, да, но еще отдельно будут у нас темы про возрождение парусного именно с деревянными корпусами, да, это отдельно мы обсудим. Обязательно. И репортажи будут сделаны. Мы уже начали обсуждение. Да, так что ждите, ребята, да, вопрос. Попозже еще будет все на YouTube-канале. Спасибо всем, удачи.